Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Sony Xperia XA2. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать, по сути, очень и очень важную вещь. Как очистить историю браузера. То есть у вас есть браузер. В моем случае это, например, Google Chrome. И абсолютно каждое движение, абсолютно каждый переход на любую ссылку, он чреват тем, что записывается этот ход в истории браузера. Если вы зайдете в историю, мы только что настроили Google, и у нас уже здесь есть истории ссылки, на которых мы находились. Но для очистки истории нам особо многого не нужно. Просто здесь, в этом же меню, нажимаем «Очистить историю». Во-первых, выбираем, за сколько мы историю очищаем, за сколько времени. То есть за последний час, за последние сутки, за последние 4 недели, за вообще все время, например. И удаляем. Точно так же можно удалять и пароли, и другие данные с браузера. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!